One Water Summit состоится в сентябре текущего года под председательством Франции и Казахстана на полях 79-й Генеральной Ассамблеи ООН с целью продвижения водных инициатив и реализации конкретных проектов по воде. В связи с этим делегация во главе со специальным представителем президента Франции Барбарой Помпили прибыла в область для изучения проблемы, волнующей все мировое сообщество. Французская делегация вначале посетила музей рыбаков. Здесь собрана вся история Аральского моря, считавшегося в свое время четвертым по величине озером в мире. Простиралось море на площади 70 тысяч километров. Аральские рыбаки обеспечили рыбой весь Союз. Сегодня в это сложно поверить. Председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан. Наша страна будет возглавлять организацию в ближайшие 3 года. Глава государства Касым-Жомарт Токаев избран президентом МФСА до конца 2026 года. Делегацию заинтересовал водный вопрос, меры по спасению Арала и в целом, как живет население при Арале. Далее делегация на Кукаральской перемычке увидела сегодняшнее состояние Малого Арала. Всемирная метеорологическая организация высыхания Аральского моря назвала самой крупной экологической катастрофой 20 века. Но до сегодняшнего дня не было какого-то выверенного решения. Надежда на водный саммит, который пройдет на полях 79-й Генеральной Ассамблеи ООН. Экологическая ситуация Арала очень актуальна. Мы хотим представить этот вопрос на водном саммите. По нашей инициативе уже 7-й раз был проведен совет «Одна планета» по обсуждению климатических изменений. На этих встречах приняли участие представители 140 стран, подписаны 45 соглашений. На этот раз будет поднят вопрос Аральского моря, и мы верим, что будут утверждены конкретные инициативы. Саммит планируется провести в сентябре. На нем будет озвучена совместная повестка дня 2 стран – Казахстана и Франции. Главная цель One Water Summit – обратить политический взор водным вопросам. У каждого государства свои проблемы. Мы же ведем подготовительные проблемы к саммиту. По итогам поездки будут выверены общие вопросы и решения конкретных проблем. На сегодня в Аральском море объем воды составляет 21 миллиард кубов. Сейчас поступает 30 кубов воды в секунду, когда, как в прошлом году, всего 6 кубов. Все это думается благодаря председательствованию Казахстана в МФСА, а также созданию в республике Министерства водных ресурсов и ирригации. Иностранные гости побывали и в лесопитомнике Казалинского района. Выращенные здесь саженцы высаживаются на высохшем дне моря. Далее делегация побывала на рисовом поле аула Тан Жалагашского района. Франция готова к сотрудничеству с нашей страной и в области сельского хозяйства. Стороны обменялись мнениями и отметили, что готовы к увеличению товарооборота между странами. Галымжан Жумназар, Ежес Абдельда, Айбек Каржобай, Турихан Кожахметов, телеканал Кызылорда.